Привет! В данном видео посмотрим на гели для душа от бренда Кафе Мими, которые я заказывала на Wildberries. Бренд не тестирует косметику на животных, и многие его продукты имеют сертификат веган. Я купила два геля тыква-артишок и авокадо-розмарин из серии Superfood. Оба средства объемом 100 мл. В упаковках с интересной крышечкой, которую вначале следует повернуть, чтобы открыть, а чтобы закрыть, перевернуть колпачок. Ароматы, как и у многих средств от этого бренда, чудесные и, на мой взгляд, нетривиальные. У геля с тыквой аромат довольно сладкий, тыквенно-дынный, со свежими нотками. У геля с авокадо аромат сладковатый, но уже травянистый и тоже свежий. Ароматы нестойкие и ощущались только в процессе использования. По консистенции они средней густоты, пенились хорошо, легко наносились на кожу и без труда смывались. В составе первого средства – вода с экстрактом семян тыквы и листьев артишока и экстракт куркумы. У второго – экстракты авокадо и розмарина, витамин Е, экстракты листьев и цветов нима. В обоих средствах присутствуют мягкие павы, глицерин, различные парфюмерные композиции и прочие компоненты. В итоге оба геля понравились и оказались приятными в использовании. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился ролик, и пока-пока!